Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии. Уаджит или Уто – древнеегипетская богиня Кобра Нижнего Египта. Покровительница власти фараона с богиней-стервятником Нехбет составляет пару госпожей двух земель, то есть Верхнего и Нижнего Египта. И часто представлена на царской диадеме – Урей. Урей – принадлежность царского убора фараонов, представлявшая собой крепившееся на лбу вертикальное, подчас весьма стилизованное изображение богини Кобры – Уаджит, покровительницы Нижнего Египта. Начертание имени богини идентично обозначению растения папируса, символа Нижнего Египта. Также ее имя переводится как «зеленое», поскольку Уаджит считалась несущей зеленую растительность. Изображалась стоящей коброй или в виде женщины с красной короной Нижнего Египта. В поздний период Уаджит изображалась в виде женщины с львиной головой, украшенной первоначальным своим символом кобры. В древнеегипетской мифологии папирусоцветная богиня выступала как кормилица юного гора, которая помогла его матери Исиде спасти ребенка от вероломства Сетта, когда та пряталась в болотах Дельты. Фараоны считали источником своей царской власти и непобедимости в войнах покровительство богинь-защитниц Нижнего и Верхнего Египта Уаджит и Нехбет, соответственно. По этой причине их изображения были необходимой принадлежностью царского убора, причем Уаджит стилизованно представлял налобный урей. Уаджит, известная в Древнем Египте как стоящая кобра, которая обрамляла короны фараон, она также имела много различных форм. Ее знали как крылатую кобру, как королевскую кобру или как женщину, которая была одета в грифообразный головной убор или красную корону Северного Египта. На карте кобра изображена держащий свиток папируса за спиной и обвивающего его своим хвостом. Это богиня, которая обладает магическими способностями и большой внутренней силой. Уаджит была приближенной бога солнца Ра и богини Исиды. Свитки и иероглифы олицетворяют в карте скрытые духовные и мистические силы и древние магические практики. Вот такое описание из Википедии о древнеегипетской богине кобры Нижнего Египта Уаджит или Уто. Пока-пока, до свидания.